Вестник Северодвинска о спорте. Два удаления с поля, равная игра в первой половине матча и фиаско одной из команд во второй. В спортзале «Север» «Фокси» в Маш встретились лидеры чемпионата города по мини-футболу. Футболисты «Севмаша» начали матч против команды «Наука. Мясные продукты» по-хозяйски, забив два мяча. К середине тайма гости навязали равную борьбу. Оба соперника имели прекрасные шансы отличиться. Но до перерыва забивали только футболисты «Науки». На вторую половину матча команды вышли при ничейном счете 2-2. Градус игры неумолимо повышался, и борьба на поле местами переходила в грубую. Подопечные Юрия Ильина забили в ворота «Севмаша» 4 мяча. У хозяев в этот вечер начали сдавать нервы. Сначала с поля за вторую желтую карточку был удален Дмитрий Нестеров, а под занавес тайма за пререкание с судьей прямую красную получил лучший бомбардир чемпионата Сергей Федотов. Итог матча 2-6. Поражение «Севмаша» и «Наука. Мясные продукты» возглавила чемпионат с 15 очками.